Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на домашней арене клуба Crystal Palace. На экране состав команды хозяин. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Number 7, Maximilian Meyer. Number 15, Jeffrey Schlupp. Которая способна ввести противника в транс своей комбинационной игрой, а потом неожиданно организовать стремительное взятие ворот. Не сомневаюсь, что именно в таком ключе они сегодня и будут действовать. Как-никак, это практически их визитная карточка. Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на домашней арене клуба Crystal Palace. На экране состав команды хозяин. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Number 7, Maximilian Meyer. Number 15, Jeffrey Schlupp. Которая способна ввести противника в транс своей комбинационной игрой, а потом неожиданно организовать стремительное взятие ворот. Не сомневаюсь, что именно в таком ключе они сегодня и будут действовать. Как-никак, это практически их визитная карточка. Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на домашней арене клуба Crystal Palace. На экране состав команды хозяин. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Number 7, Maximilian Meyer. Number 15, Jeffrey Schlupp. Которая способна ввести противника в транс своей комбинационной игрой, а потом неожиданно организовать стремительное взятие ворот. Не сомневаюсь, что именно в таком ключе они сегодня и будут действовать. Как-никак, это практически их визитная карточка. Года домашние матчи на этом стадионе проводит Crystal Palace. Первый удар по мячу, и игра началась. Тут просто подарили мяч сопернику. Увидел открывание впереди, делает передачу. Ну, не смогли придумать продолжение в этой атаке и потеряли мяч. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Интересно, какое продолжение для этой атаки они выберут. Без проблем играет на выходе вратарь, мяч в его руках. Хорошо мяч перехватили в атаке. Атака остановлена, но кто получит мяч? Обамеянг.